новым удушающим приемом. Ну, для Адама в итоге эта редко кто ситуация применяет хорошая. такие виды. Да. Ну, вот, еще. Здорово, здорово попал Халиф. Вот он, что. Тяжелейший нокаут. Все. Ну, так пропускать, такой конечно. Удар. Такие удары пропускать, конечно, очень опасно. Что он сделал, Халиф? Красивый удар. Да, классный удар. Это, конечно, безусловно, это лучший нокаут. По крайней мере, из тех, которых мы сегодня видели. Убери их отсюда, секундантов. Ну, Алексей Беляев здесь, наверное, где-то и сам, конечно, мог бы, конечно, пожелаем здоровья. Алексей, безусловно, но надо быть внимательным, конечно, в такой ситуации. Да, не раз ожидали, за разом, раз за разом говоря. Ногами пропуская удары, и в итоге тяжелейших нокаут, хай-кик. Да, не ожидали, да, на самом деле, что так быстро он сможет перейти. Большое спасибо тебе, что с нами был с нами в это время, во время этого поединка. Поздравим Адама Халиева с победой. И хотели бы, конечно, с тобой еще пообщаться, но понимаем, что тебе сейчас важнее поболеть и находиться в углу Магомеда Магомедкеримова. И ему ждет поединок с Анатолием Токовым. Достаточно интересный бой в среднем весе. Ну, так оба, что... оба молодые ребята, ну, посмотрим. Если что, в общем, еще увидимся. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. До свидания. Травмой закончился этот бой. Вот. Ну и уже немножко неприятная реакция некоторой публики, конечно, некоторой части публики, которая не очень хорошо, хорошие слова, скажем так, говорила при этом. Но, как говорится... Это всегда имеет место на турнире. Да, здесь, кстати говоря, отмечу, что также вот некоторые бойцы, некоторые, прошу прощения,